Лоукостер «Победа» авиакомпании «Аэрофлот» открывает новые направления. Бюджетные перелеты к морю, а именно в Сочи и Анапу, теперь будут доступны из 22 российских регионов. Минимальная стоимость билетов составит всего 999 рублей с учетом всех сборов. Рейсы будут совершаться на самолетах «Боинг 737». Первые полеты самолеты выполнят 25 мая. Билеты на них уже в продаже на официальном сайте перевозчика. Сейчас вы видите его на своих экранах. Итак, отправиться в Сочи за 999 рублей можно будет из Архангельска, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Магнитогорска, Махачкалы, Нижневартовска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Ульяновска и Уфы. В Анапу самолеты лоукостера будут совершать рейсы из Мурманска, Нижневартовска, Омска, Перми, Тюмени, Челябинска и Ханты-Мансийска. «Победа» появилась на рынке авиауслуг после того, как свое существование прекратил еще один лоукостер «Добролет». Из-за европейских санкций перевозчик лишился страховки и, как следствие, возможности перевозить людей на лайнерах.